РФСУ информирует о менструации. Менструация – это регулярное, примерно раз в месяц, кровотечение из влагалища, свидетельствующее о половой зрелости. Менструации начинаются в пубертатном периоде, обычно в возрасте 12-14 лет. Но менструации могут начаться и в 9, и в 16 лет. Если в 16-17 лет месячные все еще не начались, то следует обратиться к врачу. Менструация состоит из крови, неоплодотворенной яйцеклетки и слизистой оболочки матки. После окончания менструации нарастает новая слизистая оболочка. Менструация обычно длится от 3 до 7 дней, и цвет ее меняется. Обычно в начале он светло-красный, а в конце – ближе к темно-красному или коричневому. В менструальной крови также могут содержаться сгустки. Вариации цвета и консистенции – это совершенно нормально. Кажется, что с менструацией выходит много крови, но на самом деле обычно это от 20 до 80 мл. Чтобы кровь не попадала на одежду, нужно пользоваться средствами гигиены. Прокладки и тампоны можно купить, например, в магазине, киоске или в аптеке. Существует многоразовое средство гигиены. Это менструальная чаша, которая продается в аптеках и в интернете. Менструальный цикл – это период от первого дня одной менструации до первого дня следующей. Длительность цикла может быть разной, но обычно составляет около 28 дней. Примерно в середине цикла происходит овуляция. Яйцеклетка выходит из яичника и по фаллопиевой трубе передвигается в сторону влагалища, а потом удаляется из организма во время менструации. В дни, близкие к овуляции, яйцеклетку может оплодотворить сперматозоид. Если оплодотворенная яйцеклетка закрепляется в слизистой оболочке матки, она не удаляется, и менструация не наступает. Если во время полового акта партнеры не предохранялись и следующая менструация не наступила, это может говорить о беременности. Хотя менструация может отсутствовать и по другим причинам. Если месячных долго нет, стоит обратиться в акушерскую консультацию или в гинекологическое отделение и выяснить причину. Во время менструации матка сокращается, поэтому возможны болевые ощущения. Если менструация очень болезненная, то это может объясняться заболеванием, например, эндометриозом. Эндометриоз – это распространенная болезнь, которая встречается примерно у каждой десятой женщины. Если менструация очень болезненная или настолько обильная, что лишает сил, можно обратиться за медицинской помощью и при желании пройти обследование. Существуют таблетки, уменьшающие кровотечение. Во время менструации сексом заниматься не опасно, но лучше пользоваться презервативом, потому что в это время несколько повышен риск инфекции. Менструация проходит по-разному у разных людей и даже может проходить по-разному у одного и того же человека. Если тебе кажется, что что-то не в порядке, ты можешь обратиться к врачу или в акушерскую консультацию.